Самый мощный игровой ноутбук Redmi получит 16-дюймовый экран с кадровой частотой 144 Гц. Ох, игровые ноутбуки, значит, от Xiaomi. 22 сентября в Китае выйдет новый ноутбук Xiaomi. Геймерский Redmi G2021. Разработчики уже сообщили, что модель этого года получит процессор AMD Ryzen 7 5800H, вот это, да, полнофункциональную видеокарту RTX, значит, 3060 с TDP 130 Вт, это достаточно хорошая 3060, очень мощную систему охлаждения, а сейчас появились подробности о экране, вот такая вот заставочка. Тут, увы, никаких сюрпризов, судя по всему, тут все окажется на уровне модели нынешнего поколения. Так будет ЖК панель диагональ 16,1 дюйма с тактовой частотой 44 Гц. Впрочем, какие-то улучшения по части экрана все-таки могут произойти, но точно об этом станет известно только в день анонса. Друзья, ждем с нетерпением. А пока посмотрите на рекламу ZenBook 13 OLED, 5000 серии и AMD графика. Ладно, друзья, ссылка на статью в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.